В связи с морозами краевые спасатели опубликовали предупреждение и призвали жителей края к осторожности. По данным МЧС, в ближайшие дни на дорогах сохранится гололедица и снежный накат. Спасатели просят уделить особое внимание мерам безопасности и по возможности не выходить из дома. Особенности это касается маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, в такие морозы особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели и печи. Водителям не советуют выезжать на личном транспорте за пределы населенных пунктов. Находясь на улице, используйте для обогрева и ближайшие помещения. Это магазины, подъезды жилых домов и так далее. Одежда ваша должна быть в эту погоду легкая, многослойная и обязательно из натуральных тканей. При обморожении необходимо осторожно растереть обмороженный участок рукой или шерстяным шарфом.